Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Сколько же много интересного происходит в самом футболе и то, что называют около футбола. К сожалению, сегодня не смог присутствовать у нас на передаче болельщик «Спартака», поэтому я сразу в первых же своих словах хочу призвать тех, кто каким-либо образом сопереживает за эту команду, позвоните, потому что тема, хотелось бы обсудить как одну из. Это то, что происходит вокруг «Спартака», это ситуация с Глушаковым, Ещенко, Камбаровым, с тренером «Карьера» и другими действующими персонажами. Ну и, естественно, игра сборной команды России в Лиге наций, товарищеский матч со сборной Чехии, естественно, чемпионат России. Ну и уже прям буквально через несколько часов начнется, или даже, может быть, уже и не часов, начнется первый матч Лиги чемпионов, в который встречается наш российский клуб. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Никита Строганов, Евгений Воронин, Илья Розенблат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер. Ну что ж, естественно, давайте мы начнем, наверное, все-таки с футбольной темы, а потом уже переключимся, когда будем обсуждать матчи чемпионата России, переключимся и немножко поговорим о ситуации в «Спартаке». Все-таки они называют болельщики команду народной. Вот и посмотрим, как народ откликнется на те моменты, которые сейчас происходят. Сборная России, друзья мои, Лига наций, новый формат. Да, придумали в УЕФА вместо, может быть, товарищеских каких-то игр, либо просто новый какой-то, да, турнир, который позволяет выйти команде в команду, значит, на чемпионат Европы. Ну и давайте поговорим. Итак, Турция, Россия и Россия, Чехия. Напомним еще раз друг другу и нашим телезрителям, с какими результатами закончились эти матчи. Сереж, как всегда, вопрос первым к тебе. Лига наций. Насколько этот формат интересен, даже хотя бы по той первой игре, которую наша команда сыграла с турками? Ну, первая игра была, да, в формате Лиги наций. Вторая была просто товарищеская игра с чехами. Вот. Ну, посмотрим. Это новый турнир. Я думаю, все новое, интересное. Во-первых, мне кажется, это лучше, чем товарищеские игры, потому что, ну, привлекает и болельщика на стадион, и ажиотаж какой-то, и тем более команды будут, которые займут там высокие места, они будут представлять на свои страны на чемпионате Европы. Вот, и поэтому очень интересно. И подходит уже серьезно команда, и тренеры подходят серьезно. То есть нет такой расслабленности, как мы помним, были товарищеские матчи, которые действительно невозможно смотреть, в которых там по 10-15 замен происходит. Ну, я согласен. Мне нравится этот турнир пока. Хорошо. Сборная команды России, да, мы говорим о том, что после, ну, на мой взгляд, очень успешного чемпионата мира, да, все боялись, что сборная нашей страны вновь начнет играть так, как она играла у нас перед отборочными играми. Да? С той же Турцией, с той же там, Катаром и так далее, и так далее, и так далее. Были какие-то опасения, и насколько они не оправдались? Ну, наверное, они не оправдались на 100%. Наверное, матч с чехами я ожидал, что мы как-то выиграем. Но потому что у них там смена поколений, да, там и растет более молодое. У нас тоже смена поколений. Но смена поколений, когда у нас уходит 27-летний Заболотный, не называют смену поколений. Нет, когда выходит Ионов, которому тоже там сколько? 28? Нет, под смену поколений можно... Смена поколений сначала не выходит молодежь в сборную. Подразумевать не только поколение молодых игроков, а поколение то, что меняется состав сборной. Это тоже смена. Это новая сборная получается. Но у них-то там именно поколение, там не меняется состав. Почему? Там не все же молодежь, не молодежная сборная. Ну, там не молодежная, да, я согласен. Но не вышел Патрик Шик, который, по сути, играл. Ну, это был товарищеский матч, понимаешь? Для них, да. Ну, и для нас. И для нас тоже товарищеский матч был. Что касается матча с Турцией, то, по мне, так Турции будет очень плохо с Луческо. Потому что многие турки ругаются на Луческо, он не смотрит матчи чемпионата Турции, он ездит к своему сыну в Грецию. Может, ему тренер сборной Греции лучше, чем сборной Турции. И Турция оказалась беззубой, при том, что
давайте будем честны, исполнители там, ну, средние, чуть повыше, чем в России. Потому что у турков все-таки больше игроков играет в ведущих европейских чемпионатах. Хорошо, но если мы вспомним, последние, там, не знаю, 30 минут, ведь турки нас задавили. И тут уж, ну, забей, и не факт, что мы бы отстояли и ничью. Разве не так? Да, так точно. Стояли бы мы, наверное, и ничью. Да нет, на самом деле, игра была равна. Я тоже действительно боялся, что команда России после того, как выступала на чемпионате мира, немножко сникнет. Но, ты знаешь, команда все-таки и Черчесов немножко меня удивил. Выбор других игроков, да, поставив, результат тоже. То есть команда бегала, играла, и мысль была какая-то в атаке все-таки. Я соглашусь, что команда играла, я соглашусь, что другие исполнители. Но что это? Пока мы наблюдаем волну, на которой сейчас находится Россия, по крайней мере, на гребне ее. Ну, в том числе, наверное, Олег. Ну, вот если хотелось бы с Сергеем тоже подискутировать на тему и с вами вместе по поводу турнира Лига Наций. Лично мои впечатления были, что не все команды как бы вошли в этот турнир. Вот, разобрались, да, да. Потому что мне показалось, что первые матчи были все равно похожи на товарищеские. Не знаю, вот просто такое ощущение не только матч сборной России, кстати, в меньшей степени, но матч грандов. Отлично. Нет, особенно зрители, матч Хорватии с Испанией. Больше. Нет, ну, зрители, это было понятно, да, полный понятно. Стадион. Потому что все-таки это официальные матчи, они идут официально, зачеты там везде, в коэффициенты. А вот смотри, зрители стали ходить уже по привычке, да, сборная России игры, это по привычке народ сбивается в биток. Это, конечно, когда с Чехией полный стадион. Да, а играют-то где, да, тем более конечно. В городе, который проводил чемпионат мира. Да, понятно, да, да, то есть, понимаешь, и люди пошли, люди там спрашивали билеты. Но мы-то придем потом к обзору чемпионата России, там несколько матчей было, в которых почему-то не пошли. Ну, в той же Казани. Да, в Казани-то ходят очень редко, там приходят только какой-нибудь ЦСКА, Спартак. Но вы понимаете, почему туда приходят? Нет, когда открыли стадион, когда 2 года назад, да, их открыли. Нет, универсиада, нет, чуть пораньше. 2014-му, когда там. Они ходили, вспомним, стадион открыли, сразу появились зрители у них. Но есть... команда-то поблекла. Но ты не забывай, что Казань это такой спортивный город, да, большой, там, что там команд, столько команд, там команд и хоккей, и волейбол, да, и баскетбол, местах, и все. Да. Там очень сложно собрать. Там, да, там хоккейная команда. А порой же сам знаешь, как у нас делается календари, что играется матч и футбольный, и тут же... Они независимы. Динамо тоже страдает. У нас не так много болельщиков, но у нас почему-то постоянно совпадают матчи в Москве. Ну, это я считаю, неправильно. Давайте еще немножко о нашей сборной поговорим, потому что прозвучала фамилия того же Заболотного, да, мы знаем, что Дзюба не был, да, у нас в составе, а Кенфеева не было, но, в общем-то, наверное, и все. Все остальные, кто у нас играл в сборной, либо объявили, о завершении карьеры, да, там Самедов тот же, Игнашевич, вот, либо были какие-то там повреждения, травмы, но, в принципе, состав, я не скажу, что прям вот был перевернут с головы на ноги. Я думаю, что сборная России перестала импровизировать, перестала играть в то, что она не сможет сыграть. Она четко выполняет свой план. То, что она может, она делает на поле, добивается результата с теми командами своего уровня, своего круга. И все есть ощущение, что она и будет это делать. А вот с командами выше класса, это еще большой вопрос. Но все равно я отдаю честь и очень приятно смотреть на сборную, которая бьется. Ну, безусловно, та волна, о которой ты говорил, тоже имеет место быть. И эйфория, и сами футболисты уверены в себе. Все это дает такое чувство уверенности в этой сборной. Но, повторюсь, команда не играет в каком-то искрометном ключе, на мой взгляд. Может быть, с чехами в большей степени, потому что чехи совсем уж... Никакие, если честно. Ну, или, может быть... Не, ну почему никакие? Они нормально, мне кажется, были. Кроме этого, мнение многих специалистов. Черчесов просто упростил немножко игру, правильно? Да. Потому что он тоже видит состав какой, да, у него сейчас, ну, возможности, какие игроки. И поэтому он упрощает немножко игру, она не такая красивая, да, но он знает возможности, знает как. Все правильно делает. И игра краями, допустим, больше, там вот эти Раушет. Сбросы подключают, Дзюбы. Да, на Дзюбу сбрасывай, и все. Игра очень простая, но она эффективна, видишь, приносит результат. И мне кажется, что все-таки действительно чемпионат мира посеял какое-то зерно уверенности. Да, да? Безусловно. Что, да. Ну, ребят, а мы можем играть. Главное, чтобы мы впоследствии не получили Евро 2012 года, когда в матче с Грецией, по-моему, большей части команды было все равно последние 45 минут.
Ну, может быть, сейчас да. Немножко отличается наша сборная именно тем, что различная ротация этой команды. Да, да. То есть два матча, которые мы увидели с турками и с Чехией, два разных коллектива вышли. Помимо того, что забываю, что не было Головина и Дзагоя в организации футбола. Конечно. Вышел другой состав и сыграли прекрасно. Помните, как Олег боялся, когда говорил, я помню, давно говорил, что вот уйдут, а кто придет, нету никого, кто играть-то будет. Я говорил, что найдутся, придут, все равно, ну, неужели так уж совсем скудна матушка России? Да, конечно, найдутся, и, конечно, Россия еще нарожает много хороших, знаменитых и великолепных футболистов. Ну что ж, мне кажется, есть повод для того, чтобы поздравить сборную команду России с хорошим выступлением в эти сентябрьские дни, да, один матч Лиги нации, другой товарищеский, и мне кажется, что наша команда абсолютно показала хороший, классный и добротный футбол. Да, но я думаю, что со шведом будет потяжелее. Ну, конечно, потяжелее. Это шведы более организованы, чем... Ибрагимовича не будет, так что я думаю, не так. Ну, Ибрагимович компактнее. Гол забил, ты видел? Да, вообще нет. Просто великолепно, просто Мамаев красавец. Мамаев тоже неплохой забил. Да. Согласен. Ну что ж. У меня, кстати, день рождения сегодня. У кого? У Мамаева. Да, 30 лет, мы его прекрасно поздравляем, да. Ну и еще поздравим одного человека, но чуть попозже. Итак, переходим к чемпионату России. Состоялся 7-й тур сразу же после матчей сборных. Всегда бывают вопросы, в каком состоянии придут спортсмены. И как мы видим, в общем-то, состояние получилось таковым. «Спартак» «Ахмат» 1-2, «Анжи» «Краснодар» 0-4, «Оренбург» «Зенит» 1-2, «Зенит» продолжает победное шествие, «Арсенал» «Крылья Советов», тульская команда не оставила, как говорится, камня на камне. Уфа ЦСКА 0-3. Рубин выиграл у Енисея 1-0. Локомотив Динамо, наверное, самый обидный в плане результата счет. Ну и Урал Ростов сыграли 1-1 и не выявили победителя в этом матче. Друзья мои, в начале передачи я говорил о том, что в «Спартаке» происходят какие-то непонятные вещи, да. Еще раз обращаюсь к нашим телезрителям, которые переживают за эту команду, а может быть, просто имеют свою точку зрения на вопрос, что происходит в «Спартаке». Понятно, что «Спартак» проиграл всего лишь первую игру. Да. Первую игру. И делать ставку на то, что руководство каким-то образом стало недовольным, либо еще что-то такое, да, команда не показывает результат. Мне кажется, это было бы странно, потому что, учитывая, что и «Спартак», в общем-то, на втором месте, да, не вижу никаких поводов, ну, они делят второе, третье, да, никаких поводов для каких-то выводов. Да, итак, вот. Давайте, «Спартак», «Ахмат» 1-2. Я вот с тобой соглашусь, Олег, потому что у нас остался один клуб без поражения, это «Зенит», да, да. На данный да. момент. Так что ничего страшного нет, вся борьба еще впереди. Соглашусь с нашим коллегой Юрием Розовым, который, если ты, мы с тобой читали, да. Да, который написал небольшую статью про это, что команда, ничего страшного нет, команда сейчас будет играть в Еврокубках, команда будет играть и в чемпионате. Минус какой, действительно, я соглашусь с Юрием, потому что команда играет нестабильно, сам матч играет нестабильно, то есть она играет рывками, действительно. Кто смотрел матч, то есть «Спартак» заводился, какой-то запал у него, начинает атаковать, вроде, ну все, сейчас пойдет, сейчас он, да, тем более вспомним начало матча, там вроде как, он Терек. Потом, я думаю, ну Терек сейчас это, да, наклебается. А тут потом раз, «Спартак» сбавляет обороты, начинается какой-то спад. Потом через какое-то время опять всплеск. Вот какой-то такая волнообразная игра. Но это ведь не игра. Первый год уже идет. Ну, и даже более того, более... в чемпионском согласен. Сезоне. А самое это, опять же, «Спартак» забивает со стандартов, а да. С игры-то «Спартак» никак ничего не получается у него. Хотя подходы есть. Но еще ни одного мяча не забил. Да, получается, да. Ни одного мяча. Можно, значит, ушел нападающий. Ну, нет, они с «Промисом» тоже забивали. Он же ушел, он же отыграл сколько-то туров. Да, немного, да. Они забили, по-моему, 6 мячей. Да, «Спартак» не забивал. Вот тоже проблема у «Спартака», да? Хотя сейчас в защите вроде как начало налаживаться, да, с вратарем вроде бы тоже, в атаке не получается. Ну, это проблема, я думаю, решаемая. Если верит руководство в тренера,
Думаю, тренер решит этот вопрос. Скажи, Сереж, мы прекрасно помним историю, когда динамовские болельщики пришли на базу. Ну нет, ну ты вспоминаешь, что нет, это... Нет, ну тем не менее, там, прошу, там не показывал армейские команду. Болельщики приходили? Не приходили на базу. Зачем ходить на базу? Есть тренер, которому доверяют. Батутинки. Вот, приходили. Я хочу просто немножко историю параллельно связать. Все-таки болельщики, по крайней мере, в интернет-голосовании, которые я посмотрел, да, проводят один из ресурсов, а карьеру поддерживают почти 80% да, болельщиков. Да, 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 карьеру поддерживают. Ну, тогда ты параллель провел, там немножко не та ситуация была, там претензии были к самим игрокам, потому что была игра совершенно беззубая, спустя рукава, и поэтому болельщикам это не нравилось. Они говорят, вы можете проиграть, но вы бейтесь хотя бы на поле. Борьбы не было, понимаешь? А здесь вроде бы игроки отдаются. Но карьера, видишь, он карьера, чем упрекают в последних матчах, что он не варьирует схемы, не меняет схемы, не как-то не находит что-то нового. То есть он вот себе определил какую-то за последнее время, там сколько туров еще в прошлом году, схему там 4-4-2, вот он ее придерживается. И... Ну, я скажу больше, в Голландии уже 40 лет этой схемы придерживаются во всех сборных. Ты вспомни интервью, что он сказал после матча. Ему сказали, вы смотрели, вы готовились к матчу с Териком, это, ну не с Териком, сейчас с Ахматом, извиняюсь, Ахматом, да. Я по-старому. Да. Вот. Он говорит, а зачем мне готовиться? Говорит, мы готовились на победу, ну такие заученные фразы, вот мы готовились на победу, мы что? А потом спросили Рашида Рахимова, который сказал, мы да, просматривали игру, мы знали, как Спартак играет, мы разжевывали, чем мне Хохлов нравится, вот Хохлов в каждом матче говорит, любая команда, мы обязательно разжевываем, домашки. Просматриваем, да, все. А здесь почему-то карьера сказала, да зачем на просмотр, вот у нас есть план, схема, мы будем... Бежать вперед и забивать. Ну, это как-то вот немножко... Ну, я все прекрасно понимаю, однако же карьера привел свою команду к чемпионству. Нет, я не говорю, в отличие от того же Рахимова. Тренер, да, я никогда не говорил. И тем не менее, я не скажу, что «Спартак», наверное, играет плохо. Вот прямо нет, что, он не может играть плохо, команда на состав хороший, идет. Да, состав у него, смотри, да. Если Хусти не проходит. Так что, может быть, действительно, как говорят некоторые, там, не знаю, так назовем эксперты, что... Ну так я назову, баламутит воду в этом коллективе определенные футболисты, которые хотят либо там убрать тренера, либо... Ну ты назови фамилию. Мы же не можем сказать, что творится в команде, да? Мы только можем видеть, а играет-то команда нормально. Нет, ну Олег про другой немножко, что вот сейчас около футбола начинается... Да, я понял, ну... Какие-то всплывают. За лайки. Хотя он правильно сказал. Вы не понимаете, ребят. Перед передачей, что Олег сказал, что и в прошлом году... То же самое было. Ребят, что будет в воскресенье, скажите, пожалуйста. Об этом мы еще обязательно поговорим. Это как раз это и есть вот это вот одно из главных причин, которая начинает. Потому что сейчас идет информация, здесь проблема в «Спартаке». Ага, значит, игроки или тренеры ЦСКА говорят, о, там не будет, на Глушаков там играют. Все вот это вот нагнетает. То есть Влашич такой сидит на сайте «Спартака». ВВ, да, на ВВ. Это есть такой подогрев. Подогрев, есть своих игроков, совершенно верно. И подогрев вот этого вот дерби, который предстоит нам увидеть в воскресенье. И, скажем так, наши игроки тоже, я думаю, что читают всю эту прессу. Да и я также можно думаю, видеть... о, такой «Спартак»-то мы одно левое возьмем. Да нет, и также выливаются те же журналисты, да, которые выливают информацию о том, что Дзагоев Алан пьет, да, от него ушла жена. Ну, пишут то, что вот подогреть вот это вот. Вот мне кажется, что собака после, не, после того, сдох. Как пройдет матч вот этот дерби, будет известно, что там, что там в «Спартаке». Жень, там Гончаренко есть. Зачем кому-то думать там из там команды? Есть там, да, нет. Есть Гиннер, есть Гончаренко, есть Бабаев. Они там все смотрятся, решают. Так я поэтому говорю, что это только слухи, которые раздуваются в сетях. Да игрокам это не надо. Игрокам не надо. Я думаю, что там сейчас пишут, что он залайкал Назарова, да? Да, Назарова. Что Назарова залайкал он. Ну, понимаешь, я иногда тоже посмотрю, знакомый человек, какая-то фотография, раз так поставил лайк и пошел. Да, даже не прочитав. Да, не прочитав статью. И здесь тоже могла ситуация получиться. Поэтому то, что Назаров, это пишет... Мы говорим, смотрите. Нет, стоп, подождите. Нет, все-таки они не полетели на матч Лиги Европы. Да. Ещенко, вот, я только хотел об этом сказать. Что да. Какой может быть подогрев к матчу, когда Глушакова и Ещенко вывели из состава команды? А почему? Какой подогрев? Их выгнали с последней тренировки. А почему написали? И Каррера выгнал с последней тренировки. Да? Информация. Хорошо, выгнал с последней тренировки. Это официально, да?
Это официально. Ну, это официально, они не полетят. Они не полетели в Венгрию. У клуба. В Венгрию, по-моему, они... С Рапидом, да. Версия у клуба какая? Почему они не полетели, почему их вывели? Просто... Тренер принял такое решение. Может, микротравму было, может, еще что-то. Может, дали отдохнуть перед дерби. Ты же не знаешь этот вопрос. Вот-вот. Ну что ж, практически в унисон. Так успелись-то. Ну мы же музыканты. В унисон мы это исполнили. Мне кажется, действительно неспокойно в спартаковском королевстве, потому что и дыма без огня не бывает, да и эта ситуация уже была чуть ранее, весной, когда многие говорили о том, что назревает конфликт у российских футболистов с карьерой, да, и мне кажется, этот все-таки огонь не потушило руководство «Спартака». Ну что ж, идем дальше. У нас есть еще поговорить о футболе, а не только о околофутбольных моментах. Итак, Уфа, ЦСКА. ЦСКА последние матчи проводит достаточно уверенно. Обыграл Уфу на этот раз в гостях 0-3. До этого Арсенал обыграл 4-0. И вообще Федор Чалов сейчас лучший бомбардир чемпионата России. Забил 6 мячей. Больше, чем весь Спартак вместе взятый. Больше, чем Федор Чалов. Ну, Федор Чалов. Эта статистика будет в пользу Федора в воскресенье. Ну, не только в воскресенье, но и в среду. Почему? Если мы... Нет, зачем? Если мы выиграем, Федор забьет 7-й мяч, в среду не а надо, Спартак проиграет. Почему 7-й? Лучше 7-й, 8-й, еще и 9-й. Ну, нет, я в чемпионат России. Аппетиты растут. Итак, Уфа, ЦСКА. Да? Уфа. Как мне кажется, изможденные матчами Лиги Европы, что им пришлось и форму набирать чуть пораньше, потому что они стартовали там с какого-то чуть ли не 18-го, что называется, да, этапа предварительного. Все? Уфу взяли голыми руками? Нет, я не сказал, чтобы голыми руками так. Взяли Уфу. Уфу все-таки, Уфа показала игру хорошую, как мне кажется. Мы, скажем так, имели... скажем так, небольшие шансы забить в первом тайме. И то, что мы забили, это просто удача. Жалко, конечно, чтобы мы потеряли двух игроков, но я думаю, в этом виноват, наверное, все-таки поле, на котором приходилось играть футболистам, потому что затронуты мягкие ткани, мышечные. Я думаю, что это связано с... Мягкие ткани? Конечно. Мышечные? Конечно. Боже, что ну, же что-то это за ткани? Дед нашел. В каком месте? Я потом покажу. Вот, на ноге. Хорошо. Вот, потому что когда на земляном поляне, да, то работает одна группа мышц. А когда ты выходишь, работаешь на искусственном поле, начинает работать другая. Третья группа мышц работает. Хотя некоторая тенденция к травмам у армейцев в этом году проследует. Да просто, это какой-то невероятный тенденция. Знали, Жень, там эти, перебью, там же играли, Зенит же играл, да, с Уфой, там же на этом поле. Там даже, по-моему, они 1-0 выиграли, да? Ну, там даже играли те, кому противопоказано. Там и Дзюба вышел, и еще кто-то там вот даже писали, что... А вы заметите, кто получил травмы? Магнуссон и Эрнандес. Они играли оба в чемпионшипе. Ну, в принципе, в Англии нет искусственных полей. В профессиональном футболе, наверное, с дивизиона 5-го. Угу. И они, в принципе, наверное, не привыкли играть на искусственных полях. Наверное, Магнус единственный, где играл на искусственных полях, это в Исландии своей. И, наверное, может они все-таки быть, не приспособлены играть на искусственных синтетических полях. Ну, хотя, может быть, соглашусь. Нет, там есть поля. Но здесь, понимаешь, опять же, виноват тогда тренер по физподготовке, играют, потому что тогда поэтому должна была разминка. Гранер-то ушел. А так в Европе-то много сейчас полей. Да. И в Голландии, и во Франции, и в Испании даже. Ну, что сравнивать, в той же Испании или в Голландии, если они, у них есть искусственное покрытие, то, наверное, оно не такое, как в Уфе. Ну, да. Ну а там тоже не первое поколение. У нас на пятой школе, наверное, они вроде перекладывали же там. Я думаю, что перекладывали. Ну что ж, ну давай не будем. И все-таки, знаешь, мне что понравилось, когда... Видна работа Гончаренко. Мне очень нравится это. Когда ушел, допустим, тот же защитник Магнуссон, да, на его место вышел кто? На его место вышел полузащитник. Нет, Джамалединов вышел. Джамалединов, нападающий вышел вообще. То есть, понимаешь, он стал по-другому, по другой схеме играть. И забил два мяча, да, молодец. То есть, мне нравится, как тренер выстраивает команду. Даже выбыв два игрока, которые должны были играть весь матч, поменял схему и привел результат. А и Уфа, что говорит, что она плохая, я не согласен. Не, молодец. Ну, молодец. Я не вижу, да. Ну, вообще, армейцы, они реализуют такую шахматную стратегию. Если проигрываешь по материальным силам, атакуй. Вот армейцы не тушуются,
пробует, и фортуна благоволит к нашей команде. Вот одно расстраивает эти травмы. Практически во всех матчах мы теряем игроков, причем ведущих игроков. Ну, вернулся, единственный плюс. И вроде есть у нас впервые за много лет у нас есть какая-то обойма, но вот сейчас эта обойма опять уменьшилась до предыдущих лет. Ну, вот так вот. Федор Чалов, да? Мы несколько лет уже говорим. Федор Чалов. Молодой, прогрессирует, да, и все вот он это... А тренер сборной, молодежной сборной, его даже ни на минуту не выпустил. Ну, ты знаешь, кто тренер сборной. Подковерный. Да. Да. Вам какого форварда, очень известного форварда начала нулевых, конца 90-х, вам напоминает Чалов? Даже скажу, из какой команды. Команда Милан. Ничего себе. Инзаги. Да. Да. Инзаги. Человек, который чувствует, где мяч, у него чувство обороны. Я за ним тоже слежу, хоть я болею Динамо. Да, я вроде говорил, что столько мячей за офсайд еще не забил. Нет, ну на грани офсайда. Инзаги, наверное, да. Темперамент немножко другой у него был. Мне понравилось, что в ЦСКА вот эти два игрока, не только два, вообще молодежь. Я всегда приветствую, когда в команде появляется хороший молодец. А еще Кучаев сейчас должен подойти. А вот действительно, Хасонов. Ребята выходят, Хасонов. Ребята как бьются, они мне понравились, что они... А по сборной скажу так, то, значит, сказал тренер Станислав Черчесов, сказал, что он не взял Чалова, потому что его попросили в молодежку, а в молодежке его не выпустил Бушманов. Бушманов, да. История, потому что он не умеет бороться. Нет, там говорят другие там дела, почему там, да. И выпустил игрока с ФНЛ нападающего, и команда проиграла. Хотя ей нужна победа, как кровь из носа. Да. И получается, игрок поехал в молодежку, не сыграл, в сборной не сыграл. Это, конечно, обидно. Обидно очень. Мне очень было обидно. Потому что парень перспективный. Но парень. Знаешь, что мне кажется, что здесь немножко ему тоже до сборной, немножко как будто я бы еще немножко его помариновал. Жень, это первый сборный? Объясню, да. Ну, а молодежка? Да молодежь, не, молодежка там, это Бушманов, это все понятно. Все, даже Жень, помнишь, мы кричали, а почему не дают, знаешь, почему? Молодым? Мне кажется, что вот сейчас вот раскрылся вот этот потенциал Чалова за счет того, что пришли такие игроки, которые могут загрузить его и выдать такие шикарные передачи, которые выдавал Влашич, да? Такие передачи, которые делал Абель, понимаешь? Ну, Головин выдавал какие передачи? Когда... Нет, Головин немножко, мне кажется, нет, даже... когда они играли в паре, когда еще ЦСКА начинали. Ну, не так он выдавал. Все-таки в молодежке, когда они играли, в Головин нет, мы про молодежку сейчас не говорим. Нет, мы они выходили, почему? В ЦСКА в основе тоже играли нормально. Нет, не играли. Но я говорю, что вот Чалову нужно постоянно давать мячи, тогда он будет забивать. Он, ну, а молодец, ЦСКА есть кому давать? Вот, сейчас они, как раз вот Абель, как раз вот он получил травму, но даже у нас в контракте прописано о том, что он может даже покинуть команду, если будет тяжелая травма у него. Такой пунктик есть. Он стеклянный, увы. Хороший игрок. Еще один стеклянный ЦСКА. После Дзагоева. Любит. Даники. Я хотел сказать, что, наверное, еще Чалову будет очень тяжело приспособиться в сборной России, как это было Смолову. И как Смолову мы видим плохо сейчас в Локомотиве, из-за того, что Смолову не дают так много мячей, как выдавали в Краснодаре. Да, Краснодар, да, был заточен по Смолову, а Локомотив играет все-таки более по-другой. Взаимозависимый, да. Локомотив есть нападающий, который... Зависимый. Нет, друзья мои, ну а что далеко ходить? Назовите мне нападающего, такое ответочка пришла. Пожалуйста, я тебя назову. Конец 90-х, начало 2000-х, нападающий, который был лучшим бомбардиром, но в сборной сыграл там 5 матчей. В России? Ротор, да. Веретенников. Конечно. Друзья мои, Веретенников. Он наколотил мячей там, по 30 мячей за чемпионат. Всегда был. А вспомни, в «Шахтере» Старухин был, играл. Правильно. Вся игра Ротора была заключена. Увидел Веретенников, отдай сразу ему, туда, да. Сразу туда. Ну, слушай, так играли многие сборные. Марадона так играл, и Наполи так играл во времена Марадона. Что ты хочешь-то? Есть лидер один, который забивает на него и навешивает. Это совсем другие времена, скорее. Ну, да. Ну, да, ну, и Веретенников, кстати, тоже. Ну, это я про то говорю. Но сам факт, забивал же. Да. Ну, а забивал. Сборная сыграл 5. Нет, ты понимаешь, а сейчас вот ценятся футболисты, которые могут отобрать и сделать какой-то результат. Такой, как был у нас вот Вагнер Лав, да, который мог с середины поля... Тащить мяч, упасть где-нибудь, что-нибудь создать. Вот таких сейчас у ЦСКА нету. Поэтому вот зависимый форвард у нас таким вот Чалов вроде есть. Должен стать Насимур, этот японец. Японец, там, да. Потому что по его играм в Японии... Или нет, я не понял. Приехал. Уже с командой поехал. Где даже фотка? в Чехов. Есть с ним фотка. Да. Нет, я фотку. Со Спартаком знает, будет. Какую. Будет. Итак, переходим к следующему матчу. С ЦСКА, в принципе, все понятно. Команда потихонечку, если вспомнить первые, там, по-моему, 2-3 тура были на... Там, 14-м, там, 15-м, потом 10-й, и сейчас уже они чуть выше. Итак, переходим к матчу, возможно, центральному матчу этого тура. Локомотив-Динамо 1-1. Да. Сергей,
Ну, мы все, не сговариваясь, да, и после матча сразу, сразу и сейчас перед эфиром говорили, ну что ж вы не дожали «Локомотив»-то. «Динамо»-то получше смотрелся. Смотрелось. Ну, да, «Динамо», соглашусь, смотрелись получше, но вот как-то вот с реализацией немножко не повезло. Я еще хотел начать... что давайте перейдем к антинародным командам, да, ты назвал, что у нас есть народная, да, команда, народная, да, команда. А мне все время, знаешь, так это режет, что вот мы все собрались, болельщики, там, «Локомотива», да, «Динамо», «ЦСКА», и мы какие-то Рубина. Изгои, да. Мы антинародные команды, ну ладно, раз уж так повелось, просто обидно за свои команды, а, вот. Мы элита, ты не переживай. Да? Мы элита, ну хорошо, да, тогда. По матчу хочу сказать, что, в принципе, я сам был, мне очень понравился матч, во-первых, сам матч был интересный, борьба была, особенно второй тайм вообще был сумасшедший. Вот. И «Динамо», конечно, могли получить и 3 очка, и «Динамо» могли пропустить, там был момент. Ну, да, моментов было, честно сказать, «Локомотива» было мало. Моментов почему-то странно, как-то «Локомотив» играл. Вот. Мне не понравилось вот это, что команда, которая участвует в Лиге чемпионов, да, и будет представлять, я думал, ну, сейчас покажут они. Тем более, «Динамо» играла без основного полузащитника Соу, который отбывал дисквалификацию. Я вот боялся этого, что середина как-то разрушится, и сейчас начнет Хохлов опять выдумывать с 5 полузащитниками оборонительную линию выстраивать против чемпиона. Все-таки мы с чемпионом играли. Команды, которую мы заняли 8-е, а не первое место в прошлом году. Но, в принципе, Хохлов, вот что я говорил перед этим, Гончаренко, Хохлов, молодые вот эти тренеры, они, конечно, молодцы. Я вот хочу похвалить, что они выстраивают стратегию, они просматривают матч. Я уверен, что Хохлов этот «Локомотив» раскладывал по кусочкам, по кубикам все это рассказывал, как чего, и команда действительно могла сыграть. Обидно было, обидно, но болельщики поддержали в конце, как всегда, зарядили что свою кричалочку. Вот, так что... Но «Локомотив» 10-й сейчас. Я согласен, 10-й, Олег. Но все говорят, давайте... Вот... А вспомните «Динамо», когда вылетело тоже. В Лиге Европы они дошли до 1-4, ну, по-моему. Ну да, это, да, с Черчесовым тоже, да, но... играли в 1-4. Но, понимаешь, «Локомотив» 10-й. Но все послушаешь все СМИ, почитаешь журналистов наших знаменитых, которые говорят, что нет, «Локомотив», ну пускай он 10-й, но подождите. Сейчас еще вся борьба впереди, он будет бороться за чемпионство. Знаешь, Сережа, извините, никто не сомневается. Это, знаешь, напоминает, когда вот перспективный футболист, да, вот это, надежда, да, надежда. Да. А потом уже 30 лет, а он все подающий, да, надежды. Как Смолов с Кокориным. Какой-то подающий надежды. Тут понятно, что игру нормальную, хорошую показывает только, по-моему, единственная команда. Ну сейчас, на данный момент, нет. И «Зенит». Нет, я не сбрасываю. Кстати, мне очень нравится, как играют сейчас ЦСКА, «Зенит», «Динамо». Кстати, я тоже, кстати, я вот этого хорошего вашего 44-го. Ростов, да, с Карпин. 44-й номер-то. Шунич. Шунич. Вот этот вот. Это. Ну, его вообще надо было... Центральный защитник, Жень. Ну все равно он должен... Так, два перевести? В три. Ну, как «Динамо», потому что с линии вратарской не попасть в 7-метровый ворот, надо просто умудриться. Вверх послать мяч. Защитник. Ну, Сереж, ну это футболист, он выходит, тренируется каждый день. Ты чего так расстраиваешься? Иначе бы «Динамо»... Да ничего страшного, ну просто... «Динамо»... Братья наши. Братья наши. Ну я же не могу их огорчить. А вот говорите, что не братья ваши? Это братья наши. Не Сережа наезжает. Я сегодня расплачусь в конце передачи. Да. Но смотри, мне кажется, что «Локомотив» еще почему-то привязан, я не знаю, там к башмаку, да, который там, или как, или наоборот, там башмак ему поставили под колеса, он никак не может набрать вот этот оборот чемпионский, да. А «Динамо», мне кажется, не хватает все-таки игроков, которые смогли бы решать. Эпизод. Делать результат. Ну, видишь, эпизод, что, да, что есть. Ты же читал, наверное, Широкого интервью. Широкое интервью Широкого. Mm-hmm. Большое было развернутое. Он сказал, что ну, то, что были, какие финансы, купили. Вот, ну, слава богу, вот Кардозу вот этого купили, который забил красивый гол. Та же, опять же, Рауш, как в сборной, навесил. Навесил. Молодец, да, да, он как-то сыграл хорошо. И какое-то усиление. Это, ну, Кардозу крайний полузащитник, да. Тут у нас... играет Вандерсон, да? Да, справа, да, да. Правее. Справа. Да. И получается, у нас, в принципе, края-то, в принципе, неплохие. Неплохие. И, кстати, я хочу отметить, что в защите-то как классно сыграл Хольмен.
который центральный защитник, он уже какую вторую или третью игру играет крайнего защитника, и по версии там всех вот изданий наших признан лучшим игроком, защитником, ну, одним из лучших защитников этого тура. Взаимодействовал, перекрывал вот этого Кардозу, который, ну, понятное дело, парень играл практически первый матч в основе, потому что он 5 минут сыграл в предыдущем. И он помогал, перекрывал, то есть давал передачи. У него 90 с чем-то процентов. То есть, на твой взгляд, с составом у «Динамо» в порядке? Ты знаешь, а вот мы сколько раз говорили, тренеры же говорят, ну да, хорошо, да, вот, ну как взять «Реал», там, это, когда 25 человек, звезд. А здесь получается, вот у ЦСКА такая ситуация была, вспомни, была обойма, да, какая-то, вот там 13, там, ну, максимум 14 человек, то 15, да, пускай. Вот эта обойма, может быть, действительно для тренера это лучше. Они сейчас, ну, не дай бог, конечно, травмы, да. Не дай бог травмы, да, потому что за меня действительно некому, потому что вы видели лавку у «Динамо», она в два раза короче всегда, как вот показывают эту табличку, ну, да, там да, да. Сколько человек сидит у команды соперника. Посмотришь на да, команды. А у «Динамо», если убрать вратаря, там 3 человека, допустим. Ну, не знаю, почему. Молодежь, ну, молодежь, понятно, там молодые, потому что состав изменился. А на какие задачи «Динамо» рассчитывает в этом году? Нет, задачи поставило руководство конкретные. Поставило войти в Еврокубки либо через кубок, либо через чемпионат как-то. Хорошо, «Локомотив». Вот. Скажи, пожалуйста, Никита, «Локомотив». Мы много говорили, что Юрий Павлович там гений. Мы говорили Юрию Павловичу, ну, наверное, уже за 70, пора ему уже редиску на голове усаживать. Что «Локомотив», что с ним сейчас? Он, видимо, намотивировал в своем сезоне, в прошлом чемпионском, да, настолько, что просто игроки не знают, за что биться. Может, в Лиге чемпионов, конечно, все изменится, я не пойму, за что им биться. Энергетики, но вот этой, да, не, да, хватает. За что, запал кончится. За, да, что, зачем я это делаю? Вот они, наверное, вот с такими мыслями выходят. Ну, Мирончуки потухли после чемпионата мира. Вот. Еще, не кажется тебе, что не вписался немножко Смолов, да? Вот как-то, ну, он вообще не вписался. Народное тело какое-то. Как, инородное, да. Вспомни в Краснодаре, как он феерил, да, и, допустим, ну, там, его там снабжали мячами, да, просто все. Ну, а тут и Фарфан, а здесь, и не, ну, неужели Семин не видел, как он играл в Краснодаре, что он не может там сказать игрокам? А вот вопрос теперь, Семин ли его брал? Зачем тогда покупали Эдера, у меня, да, был вопрос. Зачем вы покупали Эдера, зачем вам 3 нападающих? Я не в курсе. Вопрос тоже не в курсе. Почему вы считаете, что «Локомотив» как бы немножечко уменьшил свой ход, когда он еще сдулся? Он доковылял до чемпионства, а не можно завоевал. Сказать, да. Мы помним и «Спартак», да, когда стали чемпионом, и вроде бы какая-то... Вот, а к чему дальше стремиться? «Локомотив» стали, а к чему дальше стремиться? И только некоторые команды вот здесь, которые, позволяли, да, себе по два раза. По два, да. Ну, но здесь были тренеры с хорошей мотивацией, которые мотивировать смогли. А Павлович, наверное, может уже действительно с ярмарки. Не, ну посмотрим. «Динамо», как мне кажется, да, это команда прежде всего тренерская. Потому что действительно, да, то, что Хохлов делает в команде, мне кажется, достойно и уважения, прежде всего болельщиков, да, и достойно то, чтобы руководство все-таки посмотрело какие-то, ну, как-то помогало, что ли, да, этому, ну, еще достаточно, ну, молодому, я думаю, зимой тренеру, зимой, да, помогут ему, помогали, да, ему. Нет, в решении тех задач, которые они ставят перед командой. Подведем, черту, вот я, давайте, начал про тренеров, действительно, давайте посмотрим. Симак, молодой, ну, прекрасно, молодой тренер, можно сказать, молодой. А как Ахматову читал сегодня? Да, я Симак не слышал еще. Ну, в ответ на реплики Назарова, тот, да, же прочитал Ахматову. Смотрим по таблице, да, Карпин, да, ну, пропускаем «Спартак», значит, Гончаренко, Хохлов, ну, в принципе, да, молодые, молодые, молодая приятная. Ну, и Краснодар тоже. Краснодар тоже, ну, я не помню, как фамилия, молодой тоже этот тренер ихний, воспитанник, да, краснодарского, да, да, футбола. Да, да, да. В принципе, это хорошо. И посмотри, как играют команды. Интересно. Ну что ж, как говорится, молодым у как, нас... Как сказал Никита, смена поколений происходит. Смена у нас в тренерском цеху она происходит. Да, 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 да. Ну что ж, давайте вместе с нашими телезрителями посмотрим турнирную таблицу, которая у нас сформировалась по итогам 7 туров. Впереди «Зенит» абсолютно пока не досягаем ни в таблице, ни в игре. Ростов после ничьей оказался на втором месте, хотя, в общем-то, наверное, можно сказать, и делит второе и третье место со «Спартаком». Краснодар, ЦСКА, «Динамо» – эти команды у нас, да, закрепились в такой зоне УЕФА, я это так назову. Да. И «Рубин», «Ахмат»,
что там, господи, Локомотив, Оренбург, да, Арсенал, Крылья Советов, ну и, наверное, аутсайдеры группы, да, можно, наверное, уже даже с 13-го места, ну, да, Енисей, Урал, Уфа, Анжи, да, и переходные, и те, которые вылетают у нас напрямую. Я думаю, что если мы разбирали игры, да, команд, то «Зенит» по праву на первом месте. Бесспорно, никто не понимает. Хотя «Зенит» только, по-моему, со «Спартаком» и сыграл. Ну, хотя и то одна единственная ничья у них была, и именно со «Спартаком». Ну, посмотрим. Вы помните прошлый сезон? Тоже. Я помню, «Зенит». Да. До октября, по-моему, до середины октября. Олег до хорошо ноября. Помнит, как он тут дифирамбы пел. «Зенит», все, типа, чемпион. «Зенит», все, его оставили в чемпионы. Вот, человек. А потом «Зенит» уплыл. Ну, скажем так, реально Олег, уплыл. Олег, сейчас начнут прошлой передачи, или когда на позапрошлой передаче я сказал, друзья мои, «Зенит» чемпион, записывайте это. Ну, мы записали. Да, во все мессенджеры. Слушай, это, они же будут играть еще и в Еврокубках. Зенит. Ну, не в «Зенита», наверное, достаточно «Зенит», ресурсов, да, играть. Они будут играть... Все-таки не в Лиге чемпионов. И сейчас, тем более, ты сказал, они сейчас подойдут к тем, что будут встречаться с сильными командами. Так что посмотрим еще. Я согласен. Я думаю, «Зенит» будет еще терять очки. Ну, я вам больше открою маленький секрет. Да? Все команды еще будут терять очки. Спасибо. И набирать. Да, кстати говоря, у нас турнирная таблица, только 2-0 у команд. У «Зенита» 0 поражений, у «Анжи» 0 ничьих. А, это был победа даже. Да, одна победа, 6 поражений. Победа над Уралом первым. Да, совершенно верно. Ну что ж, друзья мои, буквально остаются чуть, может быть, больше часа до матча Лиги чемпионов. Наши команды стартуют с сегодняшней встречи «Локомотив», потом «ЦСКА», потом «Зенит», «Спартак». И давайте посмотрим, что нас ждет. Итак, сегодня «Галатасарай», «Локомотив», завтра «Виктория Плезень», «ЦСКА». Друзья мои, чего ждать нам сегодня от «Локомотива», учитывая, что мы говорили, Сергей, о них по матчу с «Динамо»? Я даже не знаю, Олег. Вот по матчу с «Динамо» вот как раз я что-то я опасаюсь. Я что-то и боюсь за них уже. Что-то я уже, да. Дать крупного поражения. Я не знаю, как остальные, но мне как-то тревожно, конечно. При всем уважении к «Динамо», «Галатасарай» это посильнее будет, наверное, на голову. Ну, я согласен. И не спорю. В Турции там денег побольше, чем в «Динамо» сейчас. Ну, если бы только деньги играли. Илья. Ну, если сравнить матч «Галатасарай» «Локомотив» с матчем «Турция-Россия», то почему-то есть интуитивное чувство, что для «Локомотива» сложится этот матч успешно. 2-1. Мне почему-то кажется, что «Локомотив» сыграет успешно. Но ни одного игрока «Локомотива» не играл за сборную России в это время. Ну, тем это более, да. Это третий состав. Да, согласен. Женя, Жень. А что скажет? Я скажу, что ничья будет с «Локомотивом». Хорошо. ЦСКА. С твоей любимой Плезенью. Плезенью, да. Ой. 13-й год. Да, 13-й год. Помню. Но все-таки хочется, чтобы мы обыграли их. И если мы обыграем, тогда есть шанс зацепиться за третье место, ну, как минимум, и выйти в весну европейскую. Кстати, успешный в этом плане календарь, мне кажется, для армейцев, что первый очень, именно такой. Очень успешный календарь. И на выезде. Можно вклиниться в борьбу за все при успешном раскладе. Да, если мы завтра побеждаем, что хочется прям верить в это. Ну, это только остается верить. Да. Ну что ж, друзья, смотрите, у нас получается за эту неделю будут сыграны 5 матчей с участием наших команд. И вот я такой небольшой прогноз дам. Мне кажется, будет 3 победы и одна ничья и одно поражение. Вот не буду говорить, кто конкретно чего и как, вот ты оптимист, но оптимист. Мне кажется, 3 победы, одна ничья и одно поражение. Ты хочешь сказать, что «Спартак» проиграет? Ну, посмотрим. Друзья мои, уже в эти выходные чемпионат России, 8-й тур. Давайте посмотрим, какие команды встречаются. Ну и, естественно, у нас будет центральный матч тура. ЦСКА-Спартак. «Зенит», «Локомотив». Я даже не знаю, какой матч... Да, вкуснее. Да, вкуснее. Но они в разные дни. Ну, и «Динамо» «Анжи», конечно. Да, кстати. «Анжи», я тоже этот матч не списываю со счетов. Итак, нам надо обходить уже. Друзья мои, на следующей неделе мы будем обсуждать в программе «Все грани мяча», мне кажется, какое-то невероятное пиршество футбола. Лига чемпионов, Лига Европы, ЦСКА «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Динамо», «Анжи». Да. Боже мой, там я вообще не представляю, друзья мои. На 1,5 часа передачу надо, чтобы обо всем рассказать. Итак, ЦСКА «Спартак», кто победит? Быстро. Быстро? Это а кого дерби. Спрашиваешь-то? Это дерби. Победит ЦСКА. «Зенит», «Локомотив».
«Зенит» тут, по-моему, очевидно. Вообще без шансов? Без шансов, 2-0. Я даже так скажу. Интересно. Друзья мои, к сожалению, да, время нашей программы подошло к концу. На следующей неделе мы встречаемся и обсуждаем матчи просто высочайшего уровня. Ну а пока болеем за своих. Пока. Всего доброго.